Привет, привет. Опа-на! Кидаемся марионеткой. Что там происходит? Ну что там происходит? Ой, хорошо. Попробовал уже здесь несколько приманок, но, к сожалению, пока ничего не получилось поймать. Хотя вроде бы рыба активная, по кустам что-то там. Вот вы это видели, да? Я надеюсь. То есть рыба вроде бы активная, по кустам там что-то активно перемещается, но, к сожалению, пока мне ничего взять не получилось. Я попробую еще здесь немножко постоять, покидаю еще что-то, попробую поэкспериментировать. Ну, а не получится, пойдем дальше. В принципе, еще только начало, еще только раннее утро. Я думаю, что сегодня что-нибудь поймаем. Ну, хочется в это верить. Поставил вот такой вот папирочек от Pantone, Preference Popper. Здесь очень мелководный участок, не знаю, ну, сантиметров 50 воды максимум. Поэтому попробуем погонять его. Жаль, конечно, что нет возможности кинуть до этой травы. Потому что вся активность как раз-таки вот около той травки. И была бы возможность сбросить с той стороны вдоль травы. Вот вдоль той. Было бы просто шикарно, на самом деле. Но там не подойти никак, не вариант. Попробую немного побулькать, а потом возьму волкер. Что-то после бульков вся активность в тех кустах прекратилась. Ой, там что-то идет. Видели, как по воде пошло? И я как раз примерно вот сейчас там провожу. Давай, давай. Кстати, попер перестал шуметь. Опять активность началась. Может, здесь шнурье, которое боится громких звуков? Чтобы шнурье боялось громких звуков, это, конечно, нонсенс. Ладно, давай, щука, кушай. Я уже так с тобой тут нянькаюсь долго. В общем, выковырить мне из кустов рыбку не получилось, поэтому долго уже здесь стою, что-то мучаю, поэтому пора идти дальше искать активную рыбу. Хотя она здесь активна, блин.
отсюда выбраться. Есть. Что это было? Вот такой вот мутный рукавчик этой же речки. Ну, интересно попробовать. Что-то здесь вообще все узко и грязно. Вода такая грязная. Это мне напоминает, как один японец ловит там по всяким каналам. Так он же, блин, ловит. Здесь, конечно, местечко ахуе. Там вижу корч. Ну, хотя бы парочку. Там ближе к берегу не могу. Вот туда ближе, вот туда вот так вот покажу, ближе к берегу не могу, потому что там так вот лежит коряга, корч. И место там, конечно, под деревом очень интересное. Показалось. Я что-то цеплянул. Место там, конечно, и под деревом там вот интересное, но, блин. А, там потом по проводке фиг проведешь, в корягу воткну. То попробую еще вот здесь, вот, вот так. Может быть, потом под вот то деревце. Опа-на! Ого! Разловили! Иди сюда! Я уже вынимал из воды. Вот такие вот шнуры ловит ворона. Но сам факт, ребята, это первая рыбалка. То есть на первой рыбалке воронка разловилась, когда вообще ноль, глухо. То есть вот ничего вообще. То есть пробовал много чего и никак. А тут вот такого шнурочка. Ну чего, приятно? Приятно. Не зря, не зря. Уже хорошо. Вот, блин, прям улыбка расплывается вот вообще. Да, круто. Ладно, отцепляем его и пускай бежит дальше. Давай, аккуратненько. И домой. Оп, отдай. Отдай. Все. Ну, бежим. Иди. Спасибо. Пока-пока. Вот такие вот шнуры клюют на ворону. Это прикольно, это круто. На самом деле, ОСП, блин, выручает. Просто выручает. Уже второй раз выручает. Размерчик, конечно, не радует, но она есть. Рыбка есть. Это круто.
что ж, вот такая вот получилась у меня в этот раз рыбалочка. Один шнурочек, микрошнурочек, это, конечно, не густо, но он есть, и это уже хорошо. Это уже радует. Бывает и вообще без рыбы, да? Ну, в принципе, ничего страшного не случилось. Будут еще трофеи. Так что до новых встреч. Пока-пока. Вот уточки. Не. Там мы так будем тягать палки. Ого, так это еще мы с чем-то тянем. Так. Отдай мне мой лоб. Трофеи, ребят. Видите? 4 грамма. Силикошка. Такой вот твистерочек. А я тут, блин, со 110-ми хожу. Ну что, видимо, зря я тут воблеры бросаю, тут джик отрывают.